Вы из Москвы? Ну почти. Да? Поэтому понятно, что в Москве бесплатное слово, конечно, это же нонсенс. А обманули здесь. Два раза. Ну как? Отлично. Вы поступать собирались? Ну что, лучше 20 назад как учили. Понравилось? А кто еще хочет попробовать? Сань, не хочешь? Саш. Ваша информация интересна. Попробуйте, кто смелый. Что, нет смелых девочек, что ли? Только сумку отдай кому-нибудь. Сейчас как жахнет. Видите, здесь не сразу, нужно оттолкнуться, чтобы он поверил. Надо оттолкнуться. Или побыстрее ножками двигать. Да, только послушайте лучше сначала инструкцию, а то вы как-то опрометчиво сразу на него вскакиваете, как на коня. Ну вот. Выше ноги поднимай. Ну что, понравилось тебе? Ты не успела понять ничего. Ну так, нормально. Ну как? Пробуй двумя ногами одновременно попрыгать. Вот раз, двумя сразу. У меня задание. Только да, разгони чуть-чуть и попробуй двумя. Теперь двумя, выше прыгай-то. Ты понимаешь, что прыгать надо. Давай. Думаешь, что если он пятки поднял, значит он прыгнул. А я на чем уже шла? Да мы догоним. Ирина, мы на потом найдемся. Выше прыгай. Прыгай. Как будто у тебя это что-то, ты вот это прыжком называешь, да? Вот это? Я просто боюсь. Ну что, тебе понравилось? На нашем сайте можешь.